Добро пожаловать на мой канал. Я к вам сегодня со вкусным обедом. А именно мы будем готовить не просто картофель, а будем готовить картофельные ньоки. Они такие вкусные, что уверена, вам понравится. Отвариваем картофель прям до полной готовности, чтобы хорошо можно сделать из него пюре. С помощью толкушки хорошо мнем, добавляем яйца и соль с мукой. Чтобы вам было удобно рассчитывать, я оставлю описание под видео, сколько примерно уходит. Я всегда делаю на глаз, бывает получается больше, меньше, бывает муки требуется больше. Ничего страшного в этом нет. По итогу, тесто у вас такое вот слегка может быть чуть-чуть липковатое, то припудрите его мукой. Я раскатываю небольшую колбаску для того, чтобы удобно было потом нарезать. Для тех, кто не хочет сильно, допустим, заморачиваться, вы можете делать их и просто круглыми. Тут кому как нравится, можете сэкономить ваше время. Каждый кусочек вот такой небольшой я делаю вот такие вот кручу вилочки чтобы были небольшие полосочки. Как говорится, это все дело красоты. Можно не заморачиваться, а делать их квадратными, круглыми, овальными, чтобы сэкономить время. Итак, я подготовила уже их все, выложила на доску и подготовлю оставшиеся ингредиенты. Я также порезала помидоры, у меня помидорки черри, порезала прям круглешочками. Далее поставила воду закипать. Нужно, чтобы вода хорошо закипела. В это время я обжариваю бекон на небольшом количестве подсолнечного масла. Буквально там минутки 4-5. И добавляю сюда помидоры. Теперь я их тушу до мягкости. Пока помидорки не станут мягкими. После этого, как раз когда вода закипит, закидываем туда наши картофельные ньоки. Варим их только после того, как хорошо все Поднимется, каждый кусочек ваш поднимется, варим 1-2 минуты. И после этого, как вспыли, я сказала уже, варим 2 минуты, 1-2 минутки и снимаем с огня. Я вот так вот достаю их и сразу в свою сковородочку. Перемешиваю, заливаю сливками совсем немного и чуть-чуть, если нужно, подсолить. Солю совсем немного, потому что бекон у меня соленый и держу на окне еще буквально 5 минут до легкого загустения сливок. Муки я и крахмал не добавляю. Тем более немножко слегка жидковатый, как соус, получается еще вкуснее. Посыпьте зеленью и желаю вам приятного аппетита!